Назовите свое имя. Александр Ильич Ростов. Профессия. Джентльменам не пристало иметь профессию. Ваш класс угрожает России. Суд комитета, вы возвращаетесь в метрополь. Я был заключен в 317 комнате метрополя 4 года. Там хотя бы окно. Едва поместился на кровати. Соль диез вроде. Времена изменились с революции. В основном мои друзья мертвы. Дом захвачен и сожжен. Не уходите никуда. Если уйдете, я буду ждать. Спасибо. Вы вели себя с наивысшей возможной вежливостью. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нравятся ваши усы. Спасибо. Как выживать в эти бесконечные дни здесь? Мы переживем. Остальные люди открывают каждую дверь. Комнаты за комнатами, двери за дверями. В этой гостинице все могут наблюдать. Опасное место. Особенно для вас. Она актриса. Ах. Я видел ее фильмы. Они нехорошие. Боюсь, они довольно невоспитаны. Всегда думаю, что поведение – вопрос воспитания. Да, уверен, ты так и думаешь. Будь очень осторожен. Ты здесь все еще пленник. Я предаю себя и затмеваю тебя. Все в этом новом мире имеет свою цену. Мы можем исчезнуть. Могли бы начать снова. Все-таки это моя родина. Что он делает? Думаю, он отказывается быть битым. Могут отнять твой дом. Могут забрать все. Но не могут забрать то, кем ты являешься.